Добрый день, дорогие друзья! Поставьте плюсики, как меня слышно. Замечательно. Тогда давайте начинать. Меня зовут Салимова Анна. Я один из тренеров, спикеров данного интернет-проекта. И сегодня мы с вами поговорим на одну из, наверное, любимых тем для наших девушек. Это каталог и продукция. Также я являюсь по совместительству косметологом, тренером по продукции. Очень хорошо разбираю, знаю, люблю этот продукт. И у нас сегодня, так как начало каталога, тема презентация каталога номер 2. Скажите, пожалуйста, кто успел уже сделать заказ с этого потрясающего каталога? Мы сегодня с вами его так рассмотрим, что вы тоже захотите себе все приобрести. Вот, лидеры сделали. Молодцы. А кто не сделал, минусы поставьте, кто еще не успел сделать. Вот я, честно, еще просто не успела. Уже в корзину накидала, наверное, сегодня вечером отправлю еще. С родственников соберу пожелания. Корзинки. У Лизы тоже в корзинке. Ну, наверное, остальные еще не успели сделать, правильно? Тогда, я думаю, сегодняшняя презентация как раз будет для вас, потому что вы узнаете такие фишки, такие изюминки каталога, благодаря которым вы сами не сможете пройти мимо, но и также рассказать об этом окружающим. Правильно? Вот многие накидали в корзинку. Такое приятное очень. Скажите, вот кому нравится накидывать в корзинку все, что хочешь? И уже вот все 8 лет, ну, раньше мы, правда, не через интернет заказывали, но составление заказа, особенно вот сейчас в интернете, когда мы это делаем с картинками, вот составление заказа – это одно из таких приятных женских занятий. Согласитесь, девчонки особенно? Мужчины, наверное, явно не так, они просто механически делают действия четкие. А для нас это целый процесс, это вдохновение, это, ну, вот что-то такое загадочное. Вот кто себе взял привычку такую делать каждый каталог какой-то подарок? То есть раз в 3 недели себе подарок. Вот я когда-то, так как я развиваюсь не только бизнес-направления, всесторонне, также и в женских направлениях, я, например, поняла, что женщина должна сама себя в первую очередь баловать, постоянно баловать себе что-то дарить. Если она себя не любит и не балует, соответственно, и все результаты в жизни у нее не очень хорошие, потому что окружающие тоже не любят такую женщину. Поэтому приучайте сразу, что здесь вы себя научитесь любить или усилите свою любовь к себе, потому что каждый каталог, может быть, пока нет возможности у кого-то баловать себя по полной, как балую я, Лиля, там другие наши лидеры, которые уже научились этому. Но потихонечку вы этому научитесь. Поэтому что же нам, какое баловство несет каталог номер 2? Я очень люблю каталоги, которые в период праздников очень люблю, и особенно мне нравится именно второй. Давайте с вами двинемся, посмотрим, какая же загадочная сказка у нас ждет. Но, во-первых, чтобы понимать, как устроен каталог, особенно для новых партнеров, кто еще не разбирается, потому что, может быть, для кого-то он, ну, смотрит большой ассортимент. Что там выбрать, как он устроен, непонятно. Я, например, уже точно знаю и четко знаю, в каком месте мне посмотреть, что меня заинтересует. Ну, понятно, за столько лет я его изучила. Но для тех, кто еще не совсем ориентируется, и как помочь нашим новым партнерам, которые приходят, сориентировать их, у нас есть специальное оглавление. И как он устроен?
содержание, фокус каталогов. У нас есть супер предложение всегда в начале каталога. Заметили? Всегда. Вот когда я получаю каталог, я в первую очередь смотрю, что же там компания приготовила. Она какие подарки только не дарила, что только не делает. И вы знаете, у меня уже так в привычку вошло что-нибудь пожелать. Ну, например, вот помню, как-то мне пожелалось какое-нибудь ожерелье в подарок. Раз, супер предложение, будет какое-то ожерелье. Сейчас мне там надоели водички или еще что-то. Я там захотела, например, какую-нибудь одежду захотела. Раз, у нас там и пеньюары, и еще дополнительные аксессуары. То есть играйте, шутите так. На самом деле компания действительно прислушивается к нашим мечтам. Не зря у нас такой лозунг у компании «Ваши мечты – наше вдохновение», и за много лет компания действительно исполнила очень много моих мечт. Поэтому супер предложение в начале каталога всегда есть. Сейчас мы его разберем. Дальше есть драйвер каталога. Это какой-то основной продукт. Основной продукт обычно изображен на обложке. Мы сейчас тоже узнаем, что за драйвер. И обычно этим драйвером, если... Ну, не если мы работаем, когда с каталогом, мы его всегда предлагаем и выдвигаем на первое место. У нас есть всегда супер предложение в конце каталога. То есть это самый выгодный продукт, самый продукт, который пользуется спросом, то есть самый нужный для всех и самый выгодный по цене. Поэтому я смотрю все время начало сразу и конец. И потом уже листаю там дальше, либо с конца, либо с начала. У нас есть главные продукты каталога и предложение на задней обложке каталога. То есть вот такой фокус. И давайте сейчас поговорим о ароматах. Какие ароматы, суперхиты вышли в новом трендовом формате? Ну, я думаю, все уже смотрели, видели, что это за ароматы. И, конечно, это ароматы Giordani Gold, они уникальны. Дело в том, что их звучание невозможно спутать ни с одним ароматом из нашей парфюмерной коллекции. Они появились в ассортименте 40 лет назад в Oriflame. То есть в водичке именно Giordani Gold. Представляете, сколько им уже? Это действительно такой мощный бренд. И они сегодня называются легендарными. Giordani Gold бренд включает в себя и парфюмерную коллекцию для нее, для него, декоративную косметику, средства по уходу за лицом и телом. На самом деле эти продукты, которые вдохновлены роскошью и величественностью Италии. Вы знаете, что эти продукты производятся в Италии. В каталоге номер 2 у нас представлена обновленная версия классических ароматов Giordani Gold. То есть классика вот этой золотой эры парфюмерии, вот этот легендарный аромат вышел в этом флаконе и тоже показывает нам свою роскошь. Смотрите, какая красота. Giordani Gold для меня всегда была такая роскошная серия. Я никогда не упускаю возможности побаловать какими-то новинками. И немножко об аромате. Что же это за аромат такой? Ну, тип аромата цветочно-древесный. Он, в принципе, я так понимаю, ну, не сильно изменился. Наверное, только... добавлен какой-то легкий такой флирт, но сама классика, которая была, нас радовала Giordani Gold, она не изменилась. Аромат стал единственным еще более стойким, благодаря более высокой концентрации эфирных масел. Но я вот честно не знаю, куда еще более стойкий. Мне кажется, Giordani Gold один раз стоит нанести, ты будешь, ну, очень долго пахнуть. Потому что он очень стойкий. Вот есть кто фанаты, кто любит очень Giordani Gold водичку? Потому что такие люди есть. Это точно. Некоторые даже приходят в Oriflame из-за того, чтобы
заказать Giordani Gold именно, потому что действительно 40 лет этой водичке. 40 лет, представляете, она менялась, как-то усовершенствовалась, но в принципе вот этот легендарный аромат остался прежним. Создал аромат Бернар Элен, вот все время парфюмеры. То есть для тех, кто еще не в курсе, у нас компания Oriflame очень много ароматов заказывает у тех же парфюмеров, у которых заказывают, делают туалетные воды, парфюмерные воды, другие известные дома, поэтому очень часто наши ароматы перекликаются с какими-то тоже модными в этом сезоне ароматами, и ничего удивительного. Они, естественно, наши гораздо меньше стоят, так как Oriflame это закрытая сеть, то есть у нее собственное производство, все собственное, нет никаких накруток. У нас получается такая очень выгодная цена на ароматы. Конечно, если этот аромат, вот именно Giordani Gold, выставить в какой-то магазин, я сомневаюсь, что у многих хватит средств, чтобы его купить. И вы у нас, я думаю, грамотные все, уже понимаете, из чего складывается цена. И парфюмерная вода у нас представлена Giordani Gold оригинал со скидкой 50% всего за 949 рублей. Если вы при единовременном заказе, да, на 990 рублей из каталога номер один. То есть если вы в прошлом каталоге делали заказ на 1000 рублей, ну, минимум, то вас эта водичка ожидает со скидкой. То есть вот такая вот обалденная водичка. Хочу сказать, что парфюмер, который создавал этот аромат, создавал также для таких известных домов, как Adidas, Givenchy. Вот здесь у меня список есть, и какие знаю, вам читаю. Еще какие-то большой список модных домов. Гермес тут, Хьюго Босс, Арамис, вот. То есть, как бы, известные очень парфюмеры работают с компанией Oriflame. Вот они изображены на слайде. Это Бернар Элен и Натали Файстхауэр. Тут прям хорошо очень. Мне самой захотелось, так вкусно рассказала. Но на самом деле, знаете, прикоснуться к легенде. Мне кажется, вот когда я пришла, мне было 22 года, этот аромат мне казался гипертяжелым, что мне он вообще просто вот не нравится. Ну, не то, что не нравится, ну, вот тяжело для меня. Но потом уже в процессе я понимала, что на некоторых девушек настолько вкусно, настолько вот этот шлейф богатый. Вечерний, да, я просто начала его понимать, знаете, такое взросление. А сейчас я его вспоминаю, вот этот аромат, и понимаю, что мне кажется, я готова наконец-таки его приобрести, потому что действительно такая легенда, потрясающая. Я тоже очень люблю, когда вот от кого-то пахнет. У меня клиентка была, постоянно брала, вот просто, вот сногсшибательно просто. Ну что, вы примерно, я думаю, даже не примерно, а очень подробно об аромате узнали. Он 33 балла, кстати, дает. Это тоже очень здорово. И вы сможете передать все, что сегодня узнали об этом аромате уже своим, может быть, родственникам, знакомым. Если кто по возрасту достаточно, ну, молодой, я обычно любят такие легкие ароматы, то можете предложить более взрослым девушкам такой аромат. Ну вот. Видите, я, например, готова уже его приобрести. А также, друзья, вот то, что очень радует, что компания Oriflame, она создает парные ароматы. То есть это очень модный тренд, когда и мужчина, и женщина может, пара, да, муж с женой, быть вот в одном каком-то образе. Это очень здорово, это модно сейчас, и очень много
людей сейчас ищут парные ароматы. Тип аромата Giordani Gold Man – это древесно-пряный, то есть он очень перекликается с женским. Верхние нотки, так, у нас есть дальше, наверное, описание. Мандарин, бергамот, сейчас мы откроем его. А, да, вот он. То есть здесь вот масло нероли, такой, знаете, аромат вот мужественный, мужской. Он именно вот перекликает такую силу мужского характера с нотами кожи. То есть обычно Giordani Gold, он все-таки ближе к классике, классические композиции. Поэтому вот масло ветивера, которое используется для базовых нот, вот он именно передает мужскую силу. Такой очень чудесный аромат. Я вообще ветивер, нероли, ветивер, это я считаю прям такие мужские классные нотки. Очень люблю. Именно с горчинкой, такой дымчатый оттенок. Поэтому, друзья, флакон, конечно, просто потрясающий. Граненый такой, из толстого стекла, с золотой крышкой, логотипом бренда. Ну, очень богатый сам флакон. И также вы его можете приобрести с 50% скидкой, если в прошлом каталоге у вас был заказ. Вот классно повезло, кто в прошлом каталоге сделал заказ, да, могут такие водички потрясающие приобрести со скидкой. Друзья, я, скорее всего, могу предполагать, что вот этих водичек тоже может не быть к концу каталога, поэтому если вы планируете либо под заказ, либо для себя приобрести эти водички или на подарок, то делайте это быстрее, потому что это действительно классика. А классика у нас разбирается быстро, даже без вы через онлайн, не показывая, не давая пробник, я думаю, многие эту водичку закажут. Поэтому, друзья, ну вот автор аромата Марк Бакстон, тоже известный парфюмер, у него даже собственный бренд, вот такой вот мужской аромат. И на какие продукты для ваших мужчин необходимо уделить внимание в этом каталоге? И прямо сейчас, секундочку, друзья, вы пока думаете? Что делает домохозяйка? Ведет презентацию и готовит. Как я люблю бизнес через интернет. И что же представлено у нас для наших мужчин? Почему это важно? Потому что скоро праздники. Праздники такие потрясающие, как 23 февраля и 14 февраля первым идет. Подарки, какие-то сюрпризы. И вы знаете, ну, в условиях сейчас, вот теперешнего мира, что сейчас у нас происходит в стране, мне кажется, самым выгодным и очень даже, ну, более-менее доступным подарком будет как раз-таки косметика. Потому что это нужно, да, это не какая-то там, я не знаю, магнитик или что-то, который никак не применишь, а действительно нужные продукты. Поэтому в ваших интересах просто людям говорить, что вы можете, у вас можно приобрести такие вот потрясающие наборы. Чем же уникален набор, как его назвать-то? Сейчас прочитаем. For men, да? Как это первое слово читается с английским? Не очень. Итак, серия называется Nord Original. Алло, как она называется. То есть 23 февраля у нас, в принципе, давно превратился из праздников защитников Отечества в праздник всех настоящих мужчин. Согласитесь со мной? Которые нас защищали, которые защищают и готовы защищать свое Отечество в будущем, и нас в том числе. Поэтому в этот день мы с удовольствием поздравляем всех наших любимых мужчин с этим праздником. Мы делаем подарки,
чтобы как раз тем самым выразить свою любовь, заботу. И в каталоге Oriflame вы выбираете, как я уже сказала, не только приятный подарок, но и полезный. Здесь как раз представлены многофункциональные средства для тщательного, эффективного и деликатного ухода для мужчин. И компания обновила нашу знаменитую линейку уходовых средств Nord, еще больше повысив их эффективность. Давайте познакомимся с этой серией, посмотрим, что же здесь есть такого уникального. Итак, серия Nord Original. Вот она. Чем она отличается? Ну, во-первых, знакомый по классической серии удобный стильный дизайн упаковок. То есть все удобно. Для мужчин это очень важно. Но выполнен в новом цветовом решении, цвет морской волны. Очень приятный, красивый цвет. Я, кстати, вот люблю такие красочные изменения цвета. Мне всегда надоедает одно и то же, поэтому даже мужская серия, которая будет красоваться у нас на полочке, очень даже в красивом цвете, как придумано. И что еще? Эффективные ингредиенты использованы в этой серии, то есть комплекс на основе экстракта корня радиолы розовой, я тут подглядываю в описание, радиола розовая – это растение из Восточной Сибири, ее также называют золотым корнем за ее полезные свойства. То есть что делает вот эта вот радиола розовая? Вот вы сейчас, ну, я вообще сама не любитель состав изучать, но, допустим, вы запомните вот этот один экстракт корня и его полезные свойства. Вы можете тем самым вашим мужчинам, например, рассказать, насколько, ну, круто такая серия усовершенствовалась. Экстракт этот, знаете, что делает? Он предотвращает преждевременное старение кожи, защищает ее от вредного воздействия солнечных лучей, конечно же. То есть исследования, которые опубликованы в журнале косметической дерматологии, я вам даже факты приведу. И это очень надежный барьер от ультрафиолета даже при чувствительной коже. То есть, как вы думаете, мужчинам важно выглядеть хорошо? Мне кажется, в современном мире, конечно, важно. Ухоженный мужчина, как и ухоженная женщина, всегда будут в приоритете. Поэтому об этом тоже нужно говорить. Пусть они даже, ну, есть мужчины такие суровые, которые там говоришь ты мне всякую ерунду. Может быть, они не подадут виду, что это важно, но серии будут активно пользоваться, поверьте. А также в составе имеется цинк. Это самый известный минерал, который давно используется и в фармацевтических, и в косметических целях. Очень широко и часто используется в косметике, поскольку подходит хорошо для ухода за кожей лица, тела и волос. То есть какие у цинка действия? Тонизирующее, восстанавливающее, подсушивающее, то есть вяжущее, антисептик хороший, кожу защищает от ультрафиолета. А также, кстати, препятствует появлению неприятного запаха. Супер, вот это средство. Дальше. В бальзаме после бритья содержится пантенол, ментол и, как он, аллантаин. Вот. То есть успокаивает, восстанавливает кожу чувствительную даже, а у мужчин после бритья кожа лица, она достаточно у всех чувствительная, потому что постоянно вот это вот взаимодействие с бритвой или там со станком или какими-то другими средствами раздражает ее. И пантенол, который входит в состав шампуня, он способствует укреплению волос, защищает кожу от сухости. А ментол – это, ну, компонент масла мяты. Что он делает? Охлаждает, успокаивает, освежает, защищает от раздражения. Поэтому вот эти средства, они действительно с улучшенными компонентами и помогают нашим мужчинам гораздо приятнее процесс ухода за собой сделать. Пена для бритья имеет, кстати, густую консистенцию, еще гуще, очень хорошо распределяется по коже, подготавливает кожу
к процессу бритья, потому что делает волос мягче. И получается такая гладкое скольжение, очень хорошо вместе с бритвой пена взаимодействует, тем самым защищает порезов и раздражения. Не содержит спирт пенка, поэтому используется можно ежедневно или по мере необходимости, кто как. Вот, кто-то не любит бриться, отращивает, но периодически так все-таки бреется. Очень хорошая такая вот пенка. Бальзам после бритья, то же самое, все полезные средства. Хорошо очень увлажняет, именно увлажнение на 24 часа. Шампунь для волос и тела, чем он уникален? Дело в том, что он учитывает специфику мужской кожи. Она немножко у нас другая. Знали об этом? То волосы у нас разные. Вы вообще здесь? А то я так время, чтобы не тянуть, не задаю вопросы. Да, я сейчас разжую вам такой, такой классный наборчик, потому что вот реально нельзя мимо пройти. Смотрите, шампунь, чем отличается? У мужчин pH кожи более кислый, 5,4, а в то время, как у женщин, 5,7. То есть придает он мужским как раз волосам более ухоженный, здоровый вид. Очень хорошо, что подходит и для тела, и для волос в одном флаконе. Мне кажется, мужчины очень это любят. Ну, например, даже если шампунь не для волос и тела, они все равно моются одним. Поэтому это такое хорошее решение. Девушки этого не понимают, а мужчины это очень даже здорово. Экономичное очень использование. Так, дальше. И также у нас в этой серии есть шампунь против перхоти, да, и спрей-дезодорант, еще и мыло. Вот мыло, мне кажется, подтвердят многие лидеры, кто уже давно в проекте. Мне кажется, мужское мыло – это просто что-то невероятное. Его очень любят сами мужчины, и дарить им они просто вот в восторге. У меня вот все братья другим мылом потом не могут пользоваться. Почему-то мыло дает прям вот фурор в мужском обществе. И в каталоге номер 2 действует сразу несколько интересных предложений на серию. Самое главное. Вы можете приобрести каждое из средств по отдельности со скидкой 30% от его дальнейшей каталожной стоимости. Дальше. Набор из 3 средств всего за 399 рублей при единовременном заказе на сумму 1199 рублей из этого каталога. То есть, ну вот я, например, как делаю с такими наборами? Вот сколько у меня получится заказ, настолько я наборов и закажу. Потому что эти наборы, ну, они точно не будут долго на складе. Это я вас уверяю, потому что такое выгодное предложение. Вы знаете, даже когда я заказывала обычно наборчики 23-му, такие подобные бывают, и я заказываю даже перебор больше, ну, я же продажами, по сути, такими не занимаюсь, но всегда звонят в эти праздники, спрашивают, Аня, есть у тебя что-то мужское. Я, например, очень часто распродаю по отдельности. Вы понимаете, что это гораздо выгоднее. Спрашивают шампунь, там, мыло или еще что-то. Поэтому пользуйтесь такими фишками. И еще такая вот акция. Чтобы радость от подарка была полной, только в каталоге номер 2. При покупке набора Nord Original вы получаете скидку 60% на покупку туалетной воды Ecla Home Sport. Со страницы 16-17. Тоже классный очень аромат, классический. И туалетная вода Ecla Home Sport всего за 759 рублей. Вот такие вот акции для наших мужчин классные. И что же у нас идет дальше?
Какие новые продукты помогут легко создать самый модный макияж глаз? Дымчатый эффект. Мне кажется, дымчатый эффект Smokey Eyes уже очень давно держится на пике моды. И вы, если пришли пораньше, то я оставила вам запись, как этот макияж наносится очень подробно при помощи как раз-таки новинок, которые вы также можете заказать себе с очень хорошей скидкой. Так, сейчас, минуточку. То есть, в основном, мне кажется, очень многие обращали внимание, что на подиумах модели, звезды очень часто используют этот тип макияжа Smokey Eyes. И сейчас, мне кажется, практически каждая девушка освоила эту технику, потому что она достаточно простая, очень красиво выделяет глаза. И при помощи наших продуктов, которые представлены во втором каталоге, это объемная тушь для ресниц, The One Smoky, и что у нас еще есть? Карандаш, тени-карандаш для глаз с тремя оттенками. Это дымчатый серый, мерцающий черный и глубокий черный. То есть оттенки отличаются по своей яркости. Вы можете создать такой потрясающий макияж. Очень классная текстура у тени карандашей. У меня, кстати, из последних тоже The One есть. Им очень здорово сделать именно такой макияж. Поэтому захотите себе воссоздать образ Smokey Eyes, обязательно посмотрите ролик. Мне кажется, это самое удобное — посмотреть и следом повторять и делать. Потому что достаточно легко. Вам только нужно приобрести себе вот эти продукты, которые вам будут в помощь создать такой потрясающий образ профессионального визажа. Какая серия интенсивного ухода за лицом содержит инновационный драгоценный ингредиент? Вы о ней тоже слышали в ролике, потому что лучшие друзья девушек – это бриллианты. Натуральная алмазная пудра содержится в серии «Диамант», и это мицеллярный очищающий лосьон, потрясающее средство, которое очень нам помогает, потому что алмазная пудра – это такой классный минеральный продукт, ухаживающий за нашей кожей, особенно ухаживающий. Вообще эта серия действительно драгоценная. Просто подарить или побаловать себя обязательно нужно. Если вы девушка 40+, ну, можно чуть помоложе, я себе мицеллярный лосьон тоже купила, он у меня есть. Потрясающая кожа выглядит, она действительно сияет как будто изнутри. И, соответственно, алмазная пудра позволяет коже выглядеть гораздо моложе. Немножко описание о уникальности этой серии. То есть мицеллярный лосьон вы, наверное, часто слышите в известных брендах, если кто смотрит телевизор в рекламах где-то, что это самый трендовый продукт для очищения, мицеллярный лосьон, который есть в ассортименте люкс-брендов, именно люксовых компаний. Все серии разработаны учеными Oriflame в Институте исследования кожи, поэтому, соответственно, опять же, наши формулы запатентованы, эффективность средств доказана уже. Поэтому приобретайте для себя средства и получайте истинное удовольствие. Какой продукт позволит поддержать безупречный тон кожи в любой ситуации? Друзья, и здесь барабанная дробь, просто что-то невероятное. Компактная пудра Giordani Gold. Такой красивой упаковки. Знаете, мне пудра вот не нужна на данный момент, но мне кажется, я не смогу удержаться. Как вот мимо пройти такой упаковки? Мы, как сороки, девушки, очень
падки на что-то блестящее, красивое, дорогое. И мне кажется, вот серия Джордани это точно оттуда. Потому что когда из своей сумочки достаешь такую пудру, такой упаковке, чувствуешь себя, ну, королевой. Не просто там какую-то там непонятную пудрочку. Джордани просто шикарный дизайн. Она, естественно, с зеркальцем, все соответствует модным тенденциям, и вы ее также можете приобрести со скидкой. Ну, что такое пудра Джордани Голд? Вот кто пробовал вообще Джордани Голд пудру? Потому что иногда, а не иногда, это было очень давно, со мной кто-то спорил. Притом спорил консультант из другой ветки, которая сама долго пользуется Oriflame, но никогда не покупала себе, допустим, ну, пудру Giordani Gold. И она пользовалась какой-то вот самой дешевой, которая есть у нас в линии, там, для подростков. Она ей пользовалась и мне доказывала, что у нас пудры нормальной нет. Я говорю, а вы все пробовали? Ну просто я же пришла, не просто я вот пришла и сразу вот с пеленок начала Oriflame пользоваться. Я до этого тоже много брендов покупала, там, сравнивала, вроде как известные хорошие бренды были. И тут вот она мне такое говорит, что в Oriflame нет. А я как раз попробовала Giordani Gold. Я говорю, вы Giordani-то пробовали? Она говорит, да какая разница, Giordani или Very Me? На самом деле разница есть существенная. Ну просто это люксовый бренд, это очень шикарная серия. Естественно, здесь совершенно другая текстура, итальянская технология, совершенно другой эффект от этой пудры. Ее намного дольше хватает, ее просто очень надолго хватает. Я не знаю, насколько, но долго. Натуральные ингредиенты в составе. То есть вы наносите пудру, ее не видно у вас на лице, как побелку, да? То есть она на лице ложится так, как будто у вас просто такой вот матовый, красивый тон кожи. Еще и все несовершенства уберет. Поэтому вы должны четко понимать, если идут серии для подростков, а у них там определенные ингредиенты. И серия, извините, Джордани, это разные вещи. Пробуйте, сравнивайте, и вы тогда поймете, что наша пудра Giordani Gold встанет на линию с очень хорошими брендами, с очень дорогими. Я вас уверяю, потому что, ну, сравнивала. Какие продукты обеспечивают эффективный уход за волосами в зимний период? Актуальная тема? Я думаю, актуальная. Конечно же, это моя любимая серия Hair. Без нее никуда, потому что Hair это серия профессиональная. И на самом деле еще с древних времен люди придавали большое значение состоянию своих волос. И вообще в волосы закладывается очень много. То есть если, допустим, какие-то стрессы, неудачи, все это сказывается на волосах. И волосы обычно оценивают как индивидуальность, силу, независимость. Поэтому ухоженные волосы, неважно, у кого-то по природе они более густые, да, там одарила, есть определенные национальности, у кого вот сильные очень волосы. Но важно то, что вы, как вы можете поддержать свой волос, и как он будет у вас выглядеть, если вы будете за ним ухаживать. Потому что неухоженный волос видно сразу. И когда девушка говорит, ой, у меня просто вот такие волосы, вот я в это никогда не поверю. Я уверена, что от ухода это 80% результата зависит. Очищение именно качественным шампунем, не каким-то там шампунем непонятным с подвала, неизвестно где разлитого, и вы ждете, чтобы у вас были прекрасные волосы. Ну, как бы это странно. Поэтому я, например, очень брезгую вообще пользоваться другими шампунями. Уже все это давно пройдено. И я пользуюсь только нашими. Везде всегда с собой таскаю. Бывает, иногда приходится там куда-то уедешь, закончится что-то купить. И каждый раз, в очередной раз, даже покупая что-то самое дорогое в магазине, я для себя отмечаю, что ну, не подходит мне, у меня волос сразу начинает портиться. Потому что когда волос длинный, если вы за ним ухаживаете,
ну, просто моете его, не используете, например, бальзам, то, ну, не хватает питания. То есть где-то примерно до вот мочки уха, вот волоса, как он у вас лежит, он ежевой, а дальше он начинает сохнуть, сечься. Если вы дополнительно не пользуетесь, то есть обязательно кондиционер, то есть это уже обязательно, мне кажется, про это не нужно говорить. Многие, конечно, еще забивают на волос, не пользуются кондиционером, придумывают, что он утяжеляет волос, просто нужно подобрать кондиционер. Но если дополнительно, ну, длинные волосы, не использовать маски, не использовать сыворотки, то, соответственно, ну, лучше иметь короткий волос, чем неухоженный длинный, я так считаю. Потому что сеченный длинный волос смотрится, ну, никак вот, не украшение точно. Да, это мое мнение, так вот, про волосы. Я вам сказала, в нашей коллекции есть все для этого. Я рекомендую вам просто пробовать, сравнивать, смотреть, потому что продукция наша, с натуральными ингредиентами, она по-другому воздействует на кожу. Кожа головы у нас подстраивается под именно натуральные компоненты, по-другому себя ведет, если вы переходите ну, с химии, с обычной шампуней. Поэтому просто попробуйте. И убрали в дальний угол. Ну, правильно, Наталья, мы все через это прошли. Ну, я просто поняла, знаете, для меня про шампунь это была такая больная тема, потому что я долго не меняла шампунь, я почему-то была уверена, что в каталогах, неважно в каком каталоге, шампунь, ну, не может быть хороший. Вот я просто когда-то пользовалась, ну, другими, из другого каталога, шампунь, не буду говорить компанию. Мне вообще она не понравилась, и как-то у меня такое вот убеждение осталось. Я брала в магазине, несмотря на то, что у меня волосы секлись, но я думаю, ну, наверное, вот так вот стрессы, там работа, поэтому секутся. Но когда я с Лилей познакомилась, ее гриву увидела, вот я вот честно не поверила, что она пользуется шампунями с Орифлейм. Я думала, наверное, привирает немножко, чем-то она, ну, профессионально дополнительно. Так волосы после обычного вот этого шампуня не могут выглядеть. Ну, я же ковыряюсь дальше, я стала на тренинги ходить к косметологу. И поняла одну вещь, не знаю, вот как вы, новички, я поняла, что мне выгодно в компании здесь брать шампунь, потому что мне за это деньги платят, мне здесь выгоднее. Мне невыгодно брать в Рубль Гуме, там, где там еще, в аптеках шампуни. Выгодно здесь. Я стала просто пробовать. И когда вышла серия Hair, это просто вот мое спасение, мои волосы просто преобразились, изменились очень круто. По сей день они выглядят замечательно, они живые до конца, буквально до кончиков волос. То есть нет сеченных, если что-то там где-то появляется, быстренько сывороткой склеили и все. То есть это вот реальная история, поэтому пробуйте. Друзья, что должно быть в каждом заказе? Это вот продукт, как раз которого скоро не будет. Надеюсь, он сейчас пока есть, надо срочно заказывать, потому что это самое выгодное предложение. Это крем для рук и мыло. Посмотрите, набор всего 99 рублей, то есть еще меньше, минус 20%. Крем и мыло, просто потрясающий подарок. Пойти к подружке или куда-то вы идете в гости, выразить свою симпатию и при наименьшей затрате средств вы вот можете такими чудесными средствами. Мыло и крем для рук, да, абсолютно всем пользуются, абсолютно. Поэтому очень, я уверена, это приятный аромат, там содержатся нотки абрикоса, груши, магнолии, жасмин, ну прям вот такой очень чудесный наборчик для Дня влюбленных, вот так вот, сердечко такое очень красивое и выглядит классно. Ну, я тоже уверена, это один из продуктов, один из наборчиков, который закончится буквально на этой неделе. Ну, увидите мои пророческие такие, ну, так оно есть, наставления, поэтому быстрее делайте заказ и как можно больше их вкладывайте, этих наборчиков, потому что их сейчас выгребут быстро.
И хочется вам озвучить, у нас уже время подходит к концу, интересную и важную информацию, которая подтверждает то, что компания Oriflame — это не просто какой-то там какая-то непонятная компания, она имеет очень большой ассортимент регалий различных, премий, потому что 50 лет – это не год, не два, не пять лет. 50 лет – действительно история. 50 лет компания. И, естественно, компания стремится к тому, чтобы быть лучше. Она постоянно развивается, она ставит амбициозные планы, цели. Она постоянно нам помогает решиться делать, все время нас балуют. То есть это вообще просто уникальная компания с уникальными ценностями. Но знаете, сегодня на меня напали все консультанты с других компаний. Ну, я иногда с ними переписываюсь для того, чтобы узнать, что они пишут. Ну, ничего интересного. На самом деле наши шаблоны лучше и больше на них реакции. И как бы, с одной стороны, виден их непрофессионализм, потому что, мне кажется, открыв просто мою фотографию, ну, как бы, хотя бы они немножко бы вот заглядывали на страничку, то понимали, что я уже давно здесь. Ну, ладно, наши орифлеймовцы пишут там еще нормально. И вот сегодня диалог был с лидером Тиандэ, по-моему. И она вот говорила, что я вот была Oriflame, они вот все говорят одно и то же, мне вот нравится. Я была в Oriflame, да, я тоже была там лидером, но мне показали возможность здесь, и я поняла, что за такие же действия гораздо больше зарплата и что-то там еще у них больше, и быстрее это все. Я написала такую вещь, я говорю, вы знаете, для меня важно, да, деньги — это приятное дополнение. Естественно, многие сюда приходят из-за того, чтобы закрыть свои базовые потребности. Я говорю, ну для меня важны ценности компании, потому что они близки с моими. Для меня важно то, что команда, которая пришла сюда ко мне, я чувствую свою ответственность. Какой лидер, ну, бросит команду, обещая одно и потом уйдет? Но это не лидер, согласитесь? И менять, ну, такую компанию с таким стажем, с такой вообще командой, непонятно на что, мне кажется, это как-то странно. Но она быстро от меня отстала, когда я поняла, о чем я говорю, пожелала удачи. То есть, понимаете, и когда вы к своей компании вот так вот с верой относитесь, неважно, кто вокруг вообще находится, неважно, что предлагает вам, потому что ваша уверенность, она железная. И подтверждение этому могут вот эти вот значки, которые нам присваиваются каждый год. Это премии. Awards Top Beauty – это очень такие весомые премии, парфюмерные премии FIFI 2014-2015 года. Наши ароматы постоянно завоевывают. То есть лучший аромат женский 2014-го – это вода Pozos. Лучший аромат мужской, ну, кто бы сомневался, вода Excite Force от Димы Билана. То есть постоянные премии, церемонии года, товар года, Экологен у нас получил премию. Также очень важно, что компоненты не тестируются на животных. Мне кажется, ну, для некоторых людей очень важно отношение к окружающей среде и то, что не мучают животных компании, относятся экологично. Это тоже очень важная ценность компании. 100% качество нашей продукции, которое подтверждено, сертифицировано со всеми стандартами европейскими, российскими. То есть это тоже очень важно. Бумага из каталога производится из возобновляемых ресурсов. То есть мы не просто вырубаем деревья и делаем каталоги, мы еще сажаем эти деревья. И у нас компания одна из первых, не одна из первых, а, по-моему, вообще первая компания, которая, ну, вы знаете, что помады, они делаются на основе пальмового масла, и компания занимается посадкой пальм,
ну, из которых как раз-таки, ну, делается пальмовое масло. То есть она не просто срубает эти деревья и делает, потому что там большое количество их нужно. Она еще возобновляет леса пальмовые. Это первая компания, которая начала так делать, и сейчас, ну, многие последовали примеры. Это очень здорово. И, конечно же, это благотворительный фонд, который давным-давно компания основала в поддержку с королевой Швеции. То есть обязательно идут продукты в каталоге, благодаря которым, приобретая которые, мы отправляем на благотворительность. И очень здорово, что в таком деле мы с вами тоже участвуем. Ну что, друзья, у меня все на сегодня. Если у вас остались какие-то вопросы, вы их можете задать. Я вам желаю баловать себя сказочными продуктами. Я вам желаю делиться этой информацией со своими друзьями, знакомыми, потому что вот в этой жизни, как с утра Дима сказал, да, мы все продаем. Продаем абсолютно все. Мы продаем идею, мы продаем какую-то мысль, продаем и вовлекаем в какие-то процессы. И то, как мы это научились делать, рассказывать об этом, зависит наш успех абсолютно во всем. Просто нужно понимать значение этого слова. Поэтому, друзья, я вам желаю учиться, делиться, и все, что вы узнаете на тренинге, семинаре, абсолютно любом, рассказывать как минимум 5 друзьям, знакомым. И вы увидите, ваши результаты будут совершенно другие. Если вы сейчас послушаете, сделаете какие-то выводы для себя, это классно. Но если вы еще об этом поделитесь, например, вас зацепила вода, и вы позвоните, слушай, была на семинаре, там вот вода туалетная, Giordani Gold, вообще там скидка супер. Вам же от этого, ну, вы все равно делитесь чем-то. А если вы намеренно поделитесь, и вы увидите, какой будет результат во всех ваших начинаниях. Спасибо вам, что были активными, что уделяете время своему саморазвитию. И до новых встреч!